Так, здравствуйте. Какой у вас порядок к обращению заместителю прокурора города? Заместителю прокурора города? Да. Ну, по-моему, 400 тысяч Так, вы хотите попасть к Агапову? Я слушаю. Агапову вы хотите попасть? Зампрокурора, да? Я новых не знаю, я тут давно, уже давно не был. А вам по какому поводу? У меня суд длится по статье разбой уже 7 лет. 4 года суда вообще не было, понимаете? Я вам что могу сказать? Мы с прокуратурой, господин Фенин, пообщаемся. У нас есть сейчас люди с Москвы. Прокуроры с Москвы приехали. Вот, вы можете к ним обратиться по этому поводу. Как посоветуете, я же в этом вопросе не специалист. Вот видите, женщина сидит, будете за ней. Документы дайте, давайте ваши. О, пожалуйста, даю. И съемка запрещена. Съемка запрещена? Да. Я не знаю, с кем разговариваю. Вы младший сенатор Воронеж? Вы, я вам просто говорю, то, что в данном помещении запрещена съемка. Запрещена, да? Запрещает судья, а не вы, товарищ милиционер. Да. У меня идет слежка с американских спутников. Вдруг меня убьют, понимаете? Так что... Да, да, то только всего. Будьте за женщиной тогда. Вот женщина пойдет. Да, да. Да я никого не трогаю лично. Я это заяц. Вот. Тогда я выключаю.